Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Так, ну что, пару партиек на сон грядущий, я думаю, успеем сделать. Поехали. Да, тут у нас тяжелая ситуация, потому что меня постоянно то сбрасывают, то я обратно попадаю в 35-й ранг и вот так вот топчусь на месте. Сегодня с утра поиграл в телефоне, так вообще меня скинули до 30 ранга. Я прям вообще, ребята, расстроен был, но вечером я отыгрался. Так, ну что у нас тут? Если вы разыграете здесь, ага, она уничтожает. Давай сюда пойдем. Равьер. Угу. Надеюсь, здесь не на уничтожениях будет? Ну, не надо только вот этого, пожалуйста. Что тут? Йонду. Плохо, плохо, что он мне уничтожил карту. Космос. Здесь получает один к силе. Поставить ничего не могу, ребят. Снэпнем. Так, да что ты будешь делать? Что сегодня с игрой-то? Так, что он там поставит? Человек-муравей. Карта здесь получает минус к силе. Даже не знаю, ребят, пока что и делать. Наверное, я пропущу ход. И следующая карта, наверное, будет Moon Girl. Что он там ставит? Бишоп. Он поставил бишопа. А у него, когда вы разыгрываете карту, получает один к силе. Стоит ли мне ставить ее? Вот в чем проблема-то. Может быть, этого? Ладно, поехали. Нет, не буду. Не буду, давай, наверное, так сделаем. Я не знаю, что тут лучше. Давай так попробуем. Ага, песочный человек. Песочный человек. Значит, так ты сделал, да? Давай я сделаю, наверное, вот так вот. А что он там сделал-то мне? За один ход игроки могут разыграть только одну карту. Угу. И это у него постоянно, да? Сейчас мы тебе уберем это все. Спектрум. Ничья, да? Да, ничья, ребят. Чистая ничья получилась. Ну что же. Бывает, ребята, и такой, бывает. Блин, меня, конечно, выбесило то, что какие-то вылеты вот эти вот со связью. Подключитесь, не подключитесь. Зачем это, к чему это? Так, у каждой карты в вашей руке меняется местами значение силы. Ага. И это надолго? Че он со своим муравьем? Он запарил меня уже, а? Муравейщик фигов. Так, что тут у нас? Если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее, чтобы получить плюс 2 к энергии на следующем ходу. Уничтожает ее, чтобы... Так, ну что, пятерка, да, у меня?
Так, здесь может быть только одна карта. Что мне надо сделать? Мне, наверное, надо сделать вот так вот. Снэпнемся. Нам нужен снэп. Ага. Вот так вот, да, значит? Пам-пам-парам-пам. Парарарарам-пам-парам-пам. Давай поставим вот так вот. Угу. Такой умник. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать следующее. Я успею же карту взять, да, по идее? Подожди-ка, а тут у него есть какие-то... Так, это при раскрытии, это при раскрытии, при раскрытии постоянно. А что у него там постоянно? Вот, давай без постоянно. Последний ход. Ну что, друзья мои, последний ход будет вот такой. И вот такой. Другого варианта я не вижу. Отлично. Отлично просто, ребят. Просто его пошинковали, как сосунка. Замечательно. Мне понравилось, как мы здесь разыгрались. Погнали дальше. Я, правда, не заметил, какой мы ранг имеем сейчас. 34-й? Какой там? Не посмотрел я. СХВЗ. Кто это такой? Кто ты такой, я тебя спрашиваю. Что за СХВЗ? Так, разыгранные здесь карты будут раскрываться... А, не будут раскрываться до конца игры. Такой меня расклад не устраивает. Кравлер. Так, смотрим, что у нас здесь. После пятого хода. После пятого хода они получают... Угу. 5 к силе. Что там у нас? На шестом ходу... Угу. Можно перемещать. Давай, наверное, сделаю космос сюда. Пускай он там перемещает, что хочет делает. Грут обделался. Угу. А мы сделаем вот так вот. Ту-ту-ту-ту. Как бы тут лучше сделать-то?
Как бы тут лучше сделать? Поставлю-ка я сюда для начала. Так, они плюс 5, да? После пятого хода получают карты наши. Последний ход. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Вот так вот мы сделаем. Нет, честь тебе это не поможет. Все, победа. Победушка. Ну это же прекрасно, друзья мои. Ага, 36 ранг. Прокачиваем. Шанг-Чи. Шанг-Чи. Я его взял, друзья мои, потому что в последний раз последние игры в мете были халки, шмалки. Вот я его взял для того, чтобы их резать, чтобы уничтожать всяких там халков, апокалипсисов и тому подобное. А то там набустится через всяких карнейджи и так далее. И его на всякий случай взял, чтобы он мог валить их. Ну куда ты, ну Халк, ну куда ты лезешь? При перемещении сюда карта уничтожается. При перемещении сюда, да? Так, после четвертого хода побеждающий игрок тягивает две карты. Да, это хорошо, конечно. 3-го хода у меня нету. Вот это плохо. Ну, будем надеяться, что, может быть, что-нибудь нам выпадет, какая-нибудь карта. Влад, ну что ты там завис-то? Думает. Что он там поставил? Вот ты что затеял. После каждого хода получает все карты здесь получают один ксили. Ай-яй-яй, хорошие ребята. Остров Мьюир хорош, хорош. Так, а мне что нужно ставить? Джессику? Шанг-Чи, наверное, здесь нам очень сильно пригодится. Скорее всего, будет у него здесь апокалипсис. Ну, вот, в принципе, ребята, и ответ. Как раз Шанг-Чи здесь и пригодится. Так, я вот думаю, чтобы мне... Джессику, что ли, сюда влепить? Или Кло? Так. Угу. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Что там у него? Ну, если я поставлю... Так, стоп, 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 стоп. Что-то он там мутит, что-то он хочет здесь поставить. Поэтому я, наверное, сделаю вот так вот. Это постоянный, да, эффект? Постоянный. Так, ребят, ну что, постоянный эффект мы снимать ему будем, это однозначно. Подожди.
Это еще кто такой? Предскрытие возвращает остальные ваши руки из этой коллекции в вашу руку. Эти карты стоят на один меньше. Да нет, это мне не надо. 5, да? Тут, понимаешь, не клеится у меня чуть-чуть. Наверное, проиграл. Кло. Да, проиграл на одно очко, ребята. На один балл. Причем на один балл везде. Блин, эти белки плешивые. Я убрал из своей колоды фантастическую четверку. Вот, думаю, может быть, обратно его вернуть. Так, после четвертого... Угу, меняются местами. Меняются местами. Давай сюда поставим. Давай сюда поставим. Угу. Мантис в пролете. Ага, ваша сила распределяется между другими локациями. Это интересно. Между другими локациями. Давай сделаем так. Постоянно, да? А, нет, при раскрытии. Постоянно при раскрытии. Здесь нельзя разгрузить карты, которые стоят. При раскрытии. Ну, друзья, не знаю. Да куда ты лезешь? Давай, наверное. Давай сюда поставим. Так, что-то тут поменялось. Давай так вот сделаем. Тен-тен-тен-тен. Здесь ваши силы передаются, да, другим локациям. Посмотрим. Ну, Avengers. Да было лайк у тебя, парень. Вот и все. Вот, друзья, мы и выиграли. Капитан Америка. Капитан Америка тебе не поможет, парень. Мне просто интересно знать, а что будет у нас дальше, когда мы прокачаем, а? Что у нас, рамка поменяется? Или что? Что будет? Ну, поехали еще, наверное, партийку другую сыграем и будем, ребят, закругляться, потому что уже пора, как говорится, отдыхать. 12 час времени. Угу. Так, смотрим. Карта здесь получает минус один к силе.
Такой расклад меня совсем не устраивает. Минус один к силе. Даже не минус один, а минус два к силе. Ведь для кого-то предназначены вот эти вот локации. И что тут? Так, разыгрываются здесь карты будут... вот оно что. Не будут раскрываться до конца игры. Карта здесь получает один, минус один к силе. Давай так сделаем. Космор сыграл. Хорошо, хорошо. А я, наверное, сделаю... Блин, не хотелось мне, конечно, вот с этим вот. Да, конечно. Ах, сработало у него. Avengers, Avengers. Блин, эти же карты не будут разыгрываться до конца хода, понял. Угу. Так, последний ход. Последний ход. Последний ход. Мы сделаем, наверное, вот так. Эх. Ну и что он сделает? Твою дивизию, а? Халка поставил вшивого, прикинь. А мне в любом случае здесь... Нет, я бы мог, конечно, этого поставить. Он бы мне дал... Ну, 11 баллов, не то. Можно было бы, знаешь, что сделать? Медузу поставить 4. И вот это бы. Да, мне надо было медузу ставить с волчицей. Ну, откуда я же знал, что он поставит именно Халка? Не знал я этого. Так, здесь не работают постоянные эффекты. Но они мне не нужны, если честно. Мобиуса порвал. Так, превращается в одну из других локаций на четвертом ходу. Че, мне волчицу, что ли, выставлять получается? Я, наверное, вот так вот сделаю. Кто первый, блин? Почему не я, ё-моё? Почему? Вот, все. Теперь он там ничего не сделает. Хм. Так, сейчас будет интересно. Пять и три, восемь, да? Да, с этим, конечно, лопухнулся. Ну что, Халков поставить или как сделать там? Последний ход.
Чтобы не рисковать. А, подожди. Вот так вот нам надо делать-то. Так. Ёпарасоты, апокалипсис у него, ну. Фью. Повезло же, да? Повезло, ребят. Кто имеет больше карт, а не больше что-то. Ну, одним апокалипсисом здесь ничего бы сделать не смог бы. Вот для этого, ребята, у меня в руках чинши находятся против таких, как апокалипсис. Или кого-то он там, если прокачивает свыше 9 сил, мы его сможем уничтожить. А если их там 2, то 2 карты сможем уничтожить. На четвертом ходу превращается в новую локацию. В какую локацию, я не знаю. Ну, поставим вот так. Вествью. Йонду. Тварь, а? Халка мне уничтожил. Что ты делаешь? Если здесь будет... Если здесь будет разыграна любая карта, эта карта сменит сторону. Чего не понял? Если здесь будет разыграна любая карта, эта карта сменит сторону. В чем прикол-то? Я не пойму, в чем приколюха. Без способности, да? Алая ведьма. Что? Подожди, если вы разыгрываете здесь карту, он возвращает. Зашибись. Он вернул мне ее в руку, и чего? Карта возвращает ее себе в руку. Немножко не пойму. Так, ладно, что тут у него? Джессика. Ну что, придется еще сюда ставить. Карта с базовой стоимостью стоит на один меньше. Последний ход. Если я сюда поставлю, он наверняка... Наверняка захочет ее забрать, да? Да ее не надо трогать, ребят. Знаете почему? Потому что у нас дьявольские динозавры могут сфейлиться в этом случае. И еще делает. Ха-ха-ха! Охламон еще несчастный. Не получился фокус у тырок со своим гоблином. Вот тут и оно. Захотел меня тут подколоть. Так, что у нас тут такое? Ага. Ночной змей.
Ну что, дорогие друзья. Так, подожди-ка. Кто-то хочет прокачаться. Кто, ты что ли? Ты. Трехмерным становится ночной змей. А ночной змей. Эх, чуть-чуть не хватает до 10 бустеров. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.